чудісно, натиснувши ядерну, точніше, кнопку, щоб запустити ядерну зброю, Росія отримає якісь преимущества, яким чином і що це може бути. Тому що ми розуміємо, що якщо летить ядерна зброя, то непереливки всім, усьому світові, не тільки нашій країні, не тільки Заходу, але і самій Росії. Да, конечно. Ну, вообще, это сейчас они уже этот момент профукали. Такой момент обсуждался всерьез в начале войны, и я думаю, что если бы в начале войны Российская Федерация во главе с Путиным применила бы тактическое ядерное оружие в Украине, то, скорее всего, она даже могла бы получить очень сильное психологическое преимущество в войне. Теперь это уже поздно, потому что Путин начал говорить про ядерное оружие каждый раз, когда были проигрыши на полях войны. А на полях войны таких проигрышей было много. После 31 марта россияне вынуждены были отойти из-под Киева, из-под Чернигова, из-под Сум. Затем были отходы из Харьковской области, из Херсона и так далее и тому подобное. И, в общем, каждый раз Путин возвращался к ядерному оружию. Вот эти все пропагандисты, которых вы показывали, они абсолютно сумасшедшие, потому что они не только говорили, кстати, про тактическое ядерное оружие против вас в Украине, но и про стратегическое против Вашингтона, против Лондона, против Парижа, против Бонна. И они договорились на этом поле до такой степени, что серьезные люди на Западе, в том числе в Пентагоне, в НАТО, всерьез рассмотрели вопрос, ну да, вот если Россия применяет ядерное оружие. И они разработали ответ, на самом деле, реальный ответ Запада на такую возможность. И они сказали, что мы не будем отвечать ядерным оружием, но мы своим конвенциональным оружием, а его у НАТО много и гораздо больше, чем у России. НАТОвская военная группировка не так далеко от России находится, и она может ракетным ударом, единоразовым ракетным ударом уничтожить всю военную группировку, которая находится сейчас в границах Украины 91 года. И по этому поводу все военные уже давным-давно успокоились и сказали, ну, такое может быть. Это будет неприятно, это будет плохо, но это будет не катастрофично, и у нас есть ответ. И вы к этому привыкли, то есть вот даже в Украине уже этот разговор про ядерное оружие всех достал, и Украина уже сказала, что ну да, ну допустим, если там будет нанесен ядерный удар 1, 2, 3. Да, это будет ужасно, потому что в том месте, где он будет нанесен, погибнет много людей. Но Украина все равно, ее этим уже Путин не сломает. Он уже потерял момент. Ему надо было это делать либо с самого начала, либо забыть. И напомню вам, что вот на этих днях был Си Цзиньпинь в Москве. Это была такая показательная, был такой показательный визит. Это был некоторый успех путинской дипломатии, потому что Си Цзиньпинь долго отказывался ехать в Москву. А тут он приехал. Но ведь самым главным требованием Си Цзиньпиня, он вообще стоит на московской позиции, это надо понимать, да, потому что его план, так сказать, мирного урегулирования, это согласиться с тем, что происходит сейчас на полях, заморозить конфликт и сдать России то, что она уже завоевала, и таким образом прекратить военные действия. Вот. Но в этом плане есть пункт отказ от угрозы и применения ядерного оружия. И Путин вчера специально по этому поводу высказался, он сказал, что да, мы не собираемся применять, потому что это для Китая является самой большой красной линией. Пане Сергію, от аналітики кажуть, що Путін прагнув набагато більшого, ніж запропонував Сі Цзіньпінь. Що саме він очікував Сі Цзіньпіня, того більшого, про те, що говорять і експерти різні та аналітики? Извините, я не очень понял вопрос. Если можно. Если мы говорим о том, что говорили аналитики, там было указано в многих статьях, то, что Путин, он хотел большего от Си Цзиньпиня, больше, я не знаю, чего именно, от заявлений или конкретно от действий, что именно хотел Путин услышать от Си Цзиньпиня и от Китая, что он хочет.
Ну, да, Путин, конечно, хотел больше. Путин хотел, чтобы Си Цзиньпинь его поддержал. А Си Цзиньпинь – восточный человек, с одной стороны. И с другой стороны, он во главе державы, которая хочет получить преимущество, все преимущества от этой войны, не участвуя в ней. Поэтому Путин хотел прямой военной помощи Китая, прямой материальной помощи Китая. То есть Путин хотел, чтобы Китай вступил на его стороне, точно так же, как западная коалиция выступает на вашей стороне. То есть, грубо говоря, ему не хватает ничего, у него закончились боеприпасы, у него заканчиваются ракеты, у него заканчивается техника военная. И Китай в этом смысле мог бы ему помочь. И Путин хотел такой помощи от Китая. Такую помощь Китай ему, скорее всего, не даст. И во всяком случае Си Цзиньпинь никогда об этом не скажет напрямую, то есть не скажет никогда публично, потому что это не в интересах Китая. Нужно понимать, что Китай в этом смысле и не на вашей стороне. То есть вот когда Путин плачется, что ему недостаточно там чего-то, да, или когда эксперты говорят, что Путин не очень доволен тем, как Си Цзиньпинь активно выступил в его поддержку, нужно сказать, что Си Цзиньпинь вообще не на чьей стороне. Си Цзиньпинь на стороне Китая. Он руководитель Китая, и его главные интересы китайские. Но в этих китайских интересах, как это ни парадоксально, им выгодно продолжение войны России в Украине. Им выгодно ослабление России в этой войне. Им выгоден слабый Путин. Но обратите внимание, когда Си Цзиньпинь начал только свое, вот только он приехал в Кремль, только начались переговоры неформальные с Путиным, самое главное, что он сказал, это было ужасно для всех нас. Он сказал, что если бы, там, я надеюсь, что в 2024 году народ России вас переберет, я уверен, что он вас переберет. То есть, грубо говоря, Си Цзиньпинь сразу сказал, что вы мне нужны на том месте, где вы есть. Я для себя не рассматриваю вопрос проигрыша России в этой войне. И я уверен, что вы останетесь до 30-го года, до 2030 года. И вот этим все сказано. То есть Си Цзиньпиню нужен очень слабый Путин, но Путин в Кремле. Потому что Путин ему предоставит все, что Китаю нужно.